Нет, ну ты представляешь? Короче, если бы не Каблукова, то весь тираж ушел бы с опечаткой на титульном листе. Угу. Ну да. И я. Конечно. Ну ладно. Пока. Сумасшедший дом. Ремонт и... вообще. Вот. Авторский. Забирай. Интересный дизайн. Черт, уже заляпали. Извини. Угу. Слушай, во-первых, мне неудобно просить. Ну, неудобно не проси, все равно не дам. Почему ты со мной так обращаешься? Я известный автор. Моими книжками пол Москвы завален. А ты отказываешься мне аванс дать. Это просто смешно. Да, Саблин. Вот такой у меня смешной принцип – не давать авансы под обещание. Мне нужен детектив. У тебя есть детектив? Если да, я пошел за деньгами. Да. У меня есть отличные детективные истории. Слушай. Вы Андрей. Я? Конечно, Андрей. А когда я родился, бабушка хотела назвать меня Иваном. А папа сказал, нет, все Иваны дураки. Уж лучше пускай будет Александром. Но тут появилась мама и дала всем понять, что меня могут звать Андреем и только Андреем. Вот так я и стал Андреем. Мне нравится ваше чувство юмора. А я, как вы поняли, Лена? Конечно, я сразу так и понял, что вы Лена. Присаживайтесь. Нет, лучше пройдемся. Николь, ты помнишь мою... А вы действительно занимаетесь спортом? Спортом? Ты действительно этого хочешь? Нет, я с тобой вместе. Никогда в жизни не занимался спортом. Если, конечно, не считать шахмат. Не люблю, знаете ли, быть потным. Ведь если бегать или гантели поднимать, неизбежно потеешь. А это так неэстетично. Понятно. А вы играете в шахматы? Нет. Я как раз предпочитаю потеть. Да. И каким же образом? Погодите, я сам. Вы танцуете. Степ. Нет, какой степ? Конечно, бальный. Нет, не угадали. Я занимаюсь карате. Не модно, но я люблю. Любите драться? Не бойтесь, только в спортзале. Все равно спасибо, что предупредили. Буду иметь в виду. Скажите, а каким иностранным языком вы владеете? Языком? Ну, русским вот неплохо овладел. Достаточно бегло изъясняюсь. Читаю без словаря. Слушай, Викуль, вообще-то я серьезно спрашиваю. Не можем говорить с нормальным. Серьезно? Давай просто встретимся. Ну, если серьезно, могу давай. Ну, Вика. По-английски говорить. Приезжай в случае сюда, острой давай. Необходимости. Вообще-то не смешно.
Она же вся промокла. Простите, у вас мобильника нету? Мой просто утонул. А мне позарез надо позвонить. Простите. Возьми мой. Но моим деньги закончились. Ух ты! Красивый. Спасибо. Я быстро. Угу. Настоящий клоун. Мы можем где-нибудь поговорить? Не в толпе. Алло. Алло, это я. Просто мой телефон только что упал в фонтан. Можем поговорить у меня. Я скоро приду. Я скоро приду, и мы с тобой поговорим. Хорошо? Все, пока. Огромное спасибо. Если бы не вы. Спасибо. Прошу. Проходите. Значит, вы здесь живете? Да, я работаю. Кофе хотите? Да. Крепкий и без сахара, пожалуйста. Как раз такой я и пью. Сейчас кружку сполосну. Подержите. Держите. Спасибо. Холостяцкий быт. Да, знаете, я уже очень много лет не женат. Как давно? Да, лет 35. А вам сколько? 35 лет. Вы убежденный холостяк. Нет, я холостяк без убеждений. Ваше здоровье. Спасибо. Мне очень много стало понятно про вас. Вы не любите убираться, вы не любите готовить, вы не любите драться, зато вы очень любите врать. Очень точная характеристика. Но я не люблю врать. То есть вы это делаете через силу? Вам я еще не врал. Ну зачем вы так? А зачем вы назвались Андреем? Вы ведь не Андрей. Да. То есть нет. Но, к сожалению, я Миша. Понятно, Миша. А зачем весь этот спектакль? Очень хотел с вами познакомиться. Понятно. Вы рассердились? Нет. Просто мне пора. А, подождите. Думаете, мне нравилось быть Андреем? Я вообще терпеть не могу Андреев. Не понимаю, как можно живого человека назвать Андреем. Вы знаете, мне действительно надо идти. Ну, может быть, мы встретимся. Сегодня? Нет, завтра. Отлично. На том же месте. В тот же час? Да. Вань, не трогай занавеску. И вообще тебе пора спать. Привет, Марго. Машину починил? Деньги кончились. Угу. Пропил, прогулял, удовольствия забылись, а есть теперь не на чем. Угу. Что, что ты головой мотаешь, как слон китайский? Разговаривать не разучился еще? Слушай, Башкин, я встретил женщину. И что? Ты их раз в неделю встречаешь? Нет, это совсем другая женщина. Я бы на ней женился. Только понимаешь, я боюсь, что такие, как она, не выходят замуж за таких, как я.
Ну, не первой свежести, без жилплощади, с плохими привычками. Какая же она такая? Женщина мечты. Красивая, умная, темпераментная, сдержанная. Добрая. Точно. Честная. Справедливая. Да нет, Саблин, таких не бывает. Бывает. Я сам видел. Всего лишь час назад. А как зовут-то? Лена. Лена. Елена. Елена прекрасна. О, пора попу мыть. Давно мы с ней? Сегодня познакомились. Вот сейчас папа узнает, какое ты слово сказал. Сегодня познакомились, ты же жениться собрался. Угу. Ну ты, блин, даешь, а? Пап, твой сын опять сказал слово «блин». Ну ладно. Вот где он только эту гадость цепляет, а? Иван, ну я кому сказала? О, Марго, привет. А я больше красные люблю. Не пришла. Что? Ну, твоя. Не пришла, что ли? Иди лучше в фонтане поплавай. Мы тоже с парнем поссорились. Но я же тебе не хамлю.
Да пожалуйста. Я знаю одну помойку, там много полезных вещей на любителя. Здорово, тебя приперло. Да позвони, может, что случилось? У меня нет ее телефона. Зайди домой. Я не знаю, где она живет. Ну ты и клоун. Ты готов? К чему? Саблин. Черт, прости. Я не могу. Чего не могу? Ты не один, что ли? Да не в этом дело. Просто я плохо себя чувствую. И где болит? Везде. Идите без меня, а? Ну, не в настроении есть сегодня. Ты из-за нее, что ли? Что? Динамит. Ну, чтоб ты, Саблина, переживал за какой-то бабы. Да блин, ты. Извини, извини, я не подумал. Ну, давай, давай, пошли в кино, пошли. Серег. Ну, Марго говорил, фильм хороший. Давай, давай, развеешься, давай. Ну, ну перестань. Что, сиди тогда дома, как дурак. Виталик, встань с колена! Лена! Не на Мерсе он был, Лена! А на джипе по Лене. Как хорошо, что ты приехал. Я просто не знала, где тебя искать. Слушай, может, ты найдешь себе кого-нибудь помоложе? Я уже нашла. Я думала, что ты еще не нашел. Помочь хотела. Что это? Телефон твоей девушки. Тебе нужен еще ее телефон? Откуда? От верблюда. Я же себе мобильника звонила, своему приятелю. У него номер поделился. Я позвонила приятелю, спросила номер. Элементарно, Ватсон. Иди сюда. Ну ты молодец, а. Иди сюда. Слушай, хочешь, я тебе мороженое куплю, а? Мне что, 5 лет? Ну, не знаю, а что ты хочешь? Тест на беременность. Что, серьезно, что ли? Да пошутила я, господи, совсем шуток не понимаешь. Ну, хочешь, я тебе свою книжку подарю? Книжку? Ну. Нафиг мне книжка. Ну, не знаю, читать. Ладно. Давай книжку. Завязай с другой стороны.
Тиц-тиц-тиц-тиц-тиц-тиц-тиц. А у тебя уютненько. Тебя как зовут? Аня. А тебя? Михаил Евгеньевич. Зажигательно. Извини, ничего другого в голову не пришло. Это ты сам написал? Аппарат вызываемого абонента вы. Классная идея, сам придумал. Что? Ничего. Перенимаю опыт холостяцкой жизни. Удобно. Руку протянул и выпил кофе прямо в постели. Надо себе такое же завести. Ты что, холостяк, что? Нет. Я лодырь. Лодырь. Что делаешь? Ух ты! Это программу для Габухи разработали. Угу. Теперь можно на Горбушке купить. Угу. Могу и твой адрес узнать, если телефон узнаю. Элементарно, Ватсон. Это ты сейчас у меня телефон попросил? Что? Ничего я тебя не просил. Я зову малолетняя. Слушай, не мешай, а? Старый хрыч. Ты. Старый хрыч. Старый хрыч. Старый хрыч. Старый хрыч. А вы кому? Я к Елене Володиной. Не знаете, на каком она этаже? Кажется, на третьем. Спасибо. Здравствуйте, я к Лене. Я ее знакомый. Что-то я не припомню такого знакомого. Ну, конечно. Я же не ваш знакомый. Я знакомый Лены. Лена Володина. Милицию вызвать? Зачем милицию? Я же не ломлюсь к вам в дом. И не хулиганю. Я просто хочу увидеть Лену. Она дома? Это я, Лена Володина. И вас я не знаю. А...
Что? Простите, что я вас напугал. Я просто... Я ваш мобильник, ну, в смысле, телефон на улице нашел. Хотел вернуть. Вы не могли бы открыть дверь? Так неудобно разговаривать. Слушайте, молодой человек, у меня нет и не было мобильного телефона. А вот отделение милиции есть у нас во дворе. Они через 3 минуты будут здесь. И вот тогда мы посмотрим, кто кого напугал. Молодой человек, что дома нет никого? Нет. А вы кто будете? Знакомый. А дочки что, тоже нет? А у нее есть дочка? Да. Инга. Ничего, красивая девушка. Не похожа на мать, наверное, в отца пошла. Правда, я отца не видела. Высокая такая. Волосы темные. Да, темные. Яркие такие. Крашеные, наверное. Ну, сейчас все крашеные. Натуралов-то вообще мало. Спасибо. Это снова я. Извините. Угу. Я, собственно, к вашей дочери пришел. Вы еще там? Да. Угу. Вы не могли мне сказать, когда она вернется домой, я тут же уйду? Во-первых, у меня нет никакой дочери. А во-вторых, уходить вам уже поздно. Ага. Что у нас тут? А вот этот молодой человек уже час стоит под дверью и придумывает повод, чтобы я ему дверь открыла. Очень хорошо. Документы? Слушайте, я на первое свидание шел, а не в ЗАГС. Паспорт я не прихватил. Ага, шутник. Да? Ну, пошли. В отделение пошутим. Пойдем. Спасибо. Ну и чего там возле двери тыркались? Во-первых, я никуда не тыркался, молодой человек. А во-вторых, слова такого «тыркался» в русском языке нет. Я тебе не молодой человек, ее, а следователь Кощина. Понял? Понял. А? Ну так если вы не молодой человек, а следователь, так и ведите себя как следователь. Что вы раскачиваетесь на стуле передо мной? И за речью своей надо следить. Ты за своей речью следи, ее. А то и все сказанное может обернуться против тебя. Называйте меня на «вы», пожалуйста. Мы еще не успели так сильно подружиться. Хватит лечить-то ее. Залечи уже! На каком основании я задержан? За хулиганство. Пока. А может статься? За попытку ограбления ее. Легко, понял? Легко. Понял. Вы спичку-то изо рта выплюньте. А то Сера в голову ударит. Я тебе сейчас сам в голову ударю. Чего? Ну-ка. Да. Ой, я. Секундочку. Саблин слушает. Рапиров, дружище. Да, я тут в отделении милиции отдыхаю. Ты совсем совесть потерял? Почему твой телефон все время занят? Почему я должен оплачивать твои телефонные счета? И один юный господин меня сильно беспокоит. Кочин его фамилия. Рапиров, дружище, позвони, пожалуйста, генералу Маморину. Попроси его. Ну, в общем, ты сам знаешь, что попросить. Так, твои выходки уже осточертели. Я никуда я не буду звонить. Вот и хорошо. Спасибо. Да, я твой должник. Давай. Пока. Так. Шишкин! А где Кобылина? Уйди сюда!
Здравствуйте. Здрасте. Я следователь Кобылин. Изведите нашего молодого сотрудника. Не справляйтесь пока. Да ничего. Идем со мной. Детей у Елены нет. Есть падчерица, Инга. Инга Перес. Но они уже 2 года не живут вместе, с тех пор, как умер отец Инги. А телефон Инги зарегистрирован на имя мачехи, так что... Понятно. А, послушайте, мне очень нужно ее найти. Понимаете, очень нужно. Да я понимаю, понимаю. Но если девушка не хочет, чтобы ее нашли, зачем ее искать? А если с ней что-нибудь случилось? А если ты ей не понравился? Тебе такое в голову не приходило? Здорово. Спасибо. Это вам. Что это? На, цветы. Кто? Это снова я, извините. Господи, они что, вас отпустили? Вы дверь можете не открывать. Я вам сейчас оставлю записку со своим телефоном. Когда Инга появится, попросите ее перезвонить мне. Хорошо? Я вас не ушибла? Нет. Давайте вашу записку. Привет. Привет. Задницу не отморозишь, на полу-то сидеть. Я не на полу. На коврике. Откуда коврик? У соседей должила. Я у тебя одну вещь оставила. Можно зайти? Ну, заходи. Ну что, нашла? Не. Слушай, как там тебе, Аня? Ты зачем пришла-то, а? Я же говорю, я забыла. Ничего ты здесь не забывала. Ну хорошо. Мне негде ночевать. Если все, кому негде ночевать, будут приходить ко мне, мне самому будет негде ночевать. Я могу в коридоре, на коврике. Или вот здесь, за столом. Посижу до утра. М? Родители тебя не будут искать. Я сирота.
А тут места полно. У меня на кровати. Чего ты мучаешься? Спи давай. Ты дикий, да? Ты девушек боишься, да? Слушай, я взрослый человек, почти пожилой. У тебя стыда нет или мозгов? Чего? Ничего. Приходит к незнакомому мужику и предлагает себе. Ты придурок? Я предложила тебе просто лечь рядом, чтобы выспаться. 40 минут уже тут скрипишь своим паркетом. И не думай то, что ты сейчас назвал меня шлюхой, и я от обиды сейчас убегу на улицу ночевать. Я не убегу, ясно? Я буду спать здесь. На этой огромной, мягкой кровати. А ты там скрипи. Извращенец. Ну вот что. Пошла отсюда. Не пойду. Пойдешь. Давай, давай. Вперед. Может, ты отвернешься? Алло. Это Елена. Елена? Здравствуйте, Елена. Инга мне звонила, я сказала ей, что вы ее искали, и дала номер телефона. Спасибо вам большое. Она сказала, что ваш телефон ей не нужен, и просила передать, чтобы вы ее не искали. Что, прям так и сказала? Она вышла замуж. Не огорчайтесь, у Инги плохой характер. Вам просто повезло, что она на вас не запала. А можно я подъеду? Зачем? Поговорить. Не хочу я ни с кем ни о чем говорить. Черт.
Вы даже не спросили, кто. А меня, кроме вас, никто не донимает. Вот, пришло сегодня утром с почтой. А где конверт? Не было адреса, я его выкинул. Его случайно не Андреем зовут? Я понятия не имею, как его зовут. Можно я оставлю себе? Можно, оставляйте. И меня заодно оставьте в покое. Байкал, фу! О, фу! Байкал. У меня в детстве был пес, его звали Тархун. Ну, знаешь, Тархун, Байкал, такие газированные напитки. А, ты, наверное, только кока-колу знаешь. Понятно. Алиса, уже сняли? Ну, в смысле, строительный. Да я понял, какие, только не понял, почему уже. Этот дом в прошлом году ремонтировали. Да ты что? Ты чего? А чего вы за мной идете? Да не за тобой. Я сам по себе. Хочешь, я первый пойду? Байкал? Я фотограф. Ракурс подыскиваю. Байкал, пока. Вы здесь живете? Ну, типа того, а тебе что? Сейчас. Я фотограф. Мне нужно вот этот дом сфотографировать. Там фонарный столб мешает. Можно я посмотрю вид из вашего окна? Ну, заходи.